Хибарышки, ребятушки, меня зовут Сергей, это канал Хибара со смыслом. Мы начинаем игрушку под названием Warp Pips. Присаживайтесь поудобнее, заварите кофеек, чаек, печенюшечки, ставьте лайк этому видео. А мы начинаем, давайте начнем с обучения. Пиксельная какая-то войнушечка. Классные скриншоты видел, давайте попробуем. Так, связь со спутником. Добро пожаловать в Warp Pips. Обучение поможет вам освоиться в игре. Так, это карта мира. Так, ваша стартовая база помечена значком. Чтобы дойти до вражеской базы, необходимо захватить территории. Захватывать территорию. Так, я секундочку, прямо одну секундочку проверяю. Да, все работает. Отлично, поехали. На всякий случай проверил, идет запись или нет. То мало ли. Так, чтобы пройти остров и высадиться на следующем, необходимо уничтожить вражескую базу. Атаковать можно только территории, которые граничат с контролируемыми вами областями. Так, на панели справа придется остальная информация, выбрать территории. Так, можно увидеть, с какими юнитами предстоит сражаться и какая награда полагается за захват территории. Когда будете готовы, выберите территорию для атаки, нажмите кнопку «В бой». Так, я понял, это наша база, а эту мы, наверное, атакуем. Или нет? Я так понял, это цель пока что. Вот наша база, мы, наверное, здесь атакуем. Или высадились здесь. Так, операция монстроподобная... Суши. Монстроподобная суши. Ну, пускай. Так, вражеские построения. Так, боец. Обычный солдат эффективен на средней дистанции. Награды. Это что я получу, да? Так, всякие вояки, обычный тактик. Но это мы потом посмотрим. Военные купоны. Чё? Военные купоны. Вейнбаксы. Ну, в бой, короче. Операция монстроподобная суши. Монстроподобные суши или что там было? Так, защищайте это. Окей. Уничтожьте это. Окей. А как? Так, используйте наличку для призыва юнитов. Призвание юнитов потребуется довольно... А чё? Призванные юниты потребляют довольствие вояк. Число призванных юнитов ограничено количеством довольствия. Да, понял, все, я пытался сообразить. Окей. Так, ну чё это, призвать боевой вояк, удерживайте для изучения. Нет, давайте просто прижмем, призовем. Нажмите здесь, чтобы призвать юнитов в бой. Давай! Сражайся! Для перемещения камеры нажмите и удерживайте клавиши или используйте... А, ну я мышкой буду. Не хочу клавой вообще пользоваться. Так, хочу расслабиться, просто мышкой поиграть. Так, это мы тоже поняли. Стреляй! Хорош! Это гранатомет у тебя, что ли, какой-то? Давайте еще призовем. И давайте еще призовем. Пользуется максимальное количество... А, максимальное довольствие вояк. Количество призванных юнитов ограничено количеством ячеек довольствия. Это я... А, ну три. Типа троих я могу призвать. Одного убили, значит я могу еще призвать. Давайте, хорош, стреляем, огонь. Блин, что-то они сильные какие-то, что-то... Получи новый уровень. Убивайте врагов, чтобы заработать опыт. Опыт, так. Боевые очки можно менять на наличку для приобретения юнитов. Или на довольствие вояк для увеличения размера армии. Используйте эти кнопки, чтобы увеличить силу своих армий и выиграть раунд. Это что я сейчас сделал? Я не понял. Кнопка «Наличка» позволяет обменять одно боевое очко на наличку.
А, понял. Давай, хорош, в атаку. Давайте, шмаляйте, пацаны. Ну, в принципе, это легкий раунд. Можно... А, у меня очков нет, опыт. Все, я понял. Эта шкала показывает силу подкрепления врага. Цвет отображает силу врага в тот или иной момент. Красный означает, что враг высылает много подкреплений. Зеленый означает, что враг слаб и не задействует большие силы. Именно в такие моменты лучше контратаковать и добиться победы. Если вы видите желтую предупреждающую полоску на шкале, это значит, что враг отправляет в бой своих самых сильных. Желтую. Чтобы выдержать натиск таких мощных волн, стоит задуматься об оборонительной тактике. Так, необходимо уничтожить целевой объект до того, как метка достигнет конца шкалы. Если не уложиться в ответственное отведенное время, враг вызовет авиаудар и уничтожит ваш командный центр. Бля, что так сложно-то, ёпты? Что-то вначале казалось очень легко, а теперь очень сложно. Давайте в атаку, пацаны. Что это так? Блин, я забыл, что это. А, это, наверное, сила какая-то была, это здоровье. Что-то так сразу это, типа, если то, если это, резко все началось. Я прочитал, вроде понял, а потом как не понял вообще. Я забыл, точнее. Так, короче, это у нас вейнбаксы жизни. Бравый вояк, обычный вояк с винтовкой, основа вашей армии. Тактик пехота поддержка вызывает арт-удар и повышает точность ближайших вояк. Понял. Так, за каждую успешную операцию полагаются награды, в нашем случае новые юниты. Все, что вы берете с собой на операцию, расходуется. Что? А, все, я понял. Это значит, что все доступно в ограниченном количестве, а запасы пополнить можно только путем завоевания новых территорий. Чтобы добиться успеха в Рар Пипс, нужно понимать, когда и что использовать и какие сочетания задействовать. Давайте задействуем пару юнитов. Выберите вкладку оснащения в верхней части экрана. Так, это экран оснащения. Здесь вы помещаете на панели развертывания юнитов предметы и сооружения. Что ж, так читать-то много. Эта панель развертывания, она идентична панели быстрого доступа в нижней части экрана, которую вы использовали для призыва бравых вояк в прошлой операции. Окей. Юниты, помещенные на панель развертывания, будут доступны для использования. Я понял, короче, сюда надо просто затаскивать все, что тебе нужно будет. А, быстро, так, давайте. Давайте. Отлично, когда будете готовы, продолжите и начинайте следующую операцию. В бой! Установка связи со спутником. Операция Это то же самое. В атаку. В атаку, пацаны. Как видите, можно призвать Браво вояку из ячейки 1, но тактик. Да, это видно. В течение времени. Понятно. Черт, погибли. Санитара, санитара, прикрытие. По правому флангу проходи, куда ты идешь? То вы в лоб все идете, прячьтесь за укрытие. Блин, там четверо идут, нам хана. Да, хорош, пацаны. Прячьтесь, молодцы. Так держать. Подкрепление, подкрепление. Сейчас я подбегу. Черт, мы под обстрелом жестким. Черт, мы гибнем. Нету подкрепления, черт возьми. Большие потери, слишком больно. Так, этот юнит скоро появится.
Тактик уже. Тактик юнит. Чего? А, тактик юнит поддержки. Это значит, что его задача заключается не в атаке целевого объекта, а в усилении основных штурмовых юнитов, оставаясь позади них. Все юниты RAR Pips обладают своими особенностями. Вы не можете управлять юнитами напрямую. Ключом к победе выступает их использование в подходящее время и в нужном порядке. Стараясь призвать юнитов группами, чтобы обеспечить максимальную эффективность огня, а не посылать их на смерть по одному. Я согласен, сейчас так и происходит практически. Учитывайте то, что у каждого юнита своя скорость движения. Блять, баксы нужны. Ай, блин, так, вот, троих отправляем. Файо, ух, нихрена себе хорош. Вот это он же вжарил сейчас. Он же этот радист типа какой-то. Нажмите эту кнопку, повысить. Так, ага. После вложения в кнопку 4 очков повысится ранг всех юнитов. Так, все улучшения. Понятно, чем лучше, тем лучше. Давайте вложим. В атаку, пацаны. Поддержка, минометный выстрел. Стреляй, ты чё не это, огонь. Этот, блять, где этот минометный выстрел? Пацаны гибнут. Сейчас радиста замочат. Пацаны. Так, если вам нужно больше денег, потратьте боевые очки на улучшение. Очки на улучшение кнопки наличка. А, вот, точно, надо ее качать. Блять, радиста убили, сволочи, отомстим. Блять, всех убили. Что делать? Ёлки, а что делать-то? Давайте, пацаны, вы чё? Так, сейчас мы отодвинем. Не сдаваться, держать позиции. Хорош, вот это был четкий выстрел. Блять, убили. Блять, еще убили, пацаны. В смысле? А, блядь, я очко потратил. Надо увеличить число солдат в команде, а то это по трое слишком мало. Блядь, опять убили. Держись, блин, сейчас подойдет еще один. Блин, там жесткий какой-то. Жесткая атака идет. Хорош, давай, стреляй. Быстрее, хорош. Так, увеличиваем число пацанов. Так, кнопка добавляет одно очко. Да, это понятно, давайте. Блин, начинается потненько так. Эти убили, одни убийства, много смертей, очень много смертей. Главное, радист, чтоб жил, он дорого стоит, долго идет. А, это уровень мой еще качается, кстати говоря. Блять, все опять погибли. Блин, конечно, выстрел неплохой, но он убил всего одного. Отлично, молодец. Так, что нам сделать? Давайте прокачаем уровень. Блять, как они стреляют, они просто всех моих убивают. Как не отправлять по... Блять, радисты, ты куда за укрытие беги, тебя сейчас замочат. Блять, в укрытие, радист, нет! Падлы! Волочи, радист, убили, гады. Блять. Это конец. Блин, ну 25 бачей стоит солдат, это капец просто.
Блин, это просто жесть. Ну это все. Хорош, блин. Ёлки-палки, да, очень плохо дела обстоят, конечно. Я их что, все эти, что ли, убил? Все ресурсы? Не понял сейчас. Хорош. Я был просто на грани смерти. Ни хрена себе. Просто мы последнюю, вот просто уже все, мы погибали. Но один бравый солдат, который у нас остался, он взял в руки оружие и пошел один просто на всех. Но их там уже не осталось, поэтому он просто пошел и замочил. Просто разбил базу один. Хорош, короче. Фу, блин, сложненько. Я так понял, у них тоже какие-то ресурсы есть, и если долго держаться, то они у них это утихают. Превосходно. Теперь можно атаковать последний вражеский целевой объект и завоевать остров. Но враг в этом раз будет куда сильнее. Давайте, давайте. Сила вражеской армии. Так, понять, насколько сильный соперник. С каждым знаем, враг будет перегруппироваться, становится сильнее. Так, это порождает дилемму. Продвигаться к вражеской базе напрямую и завоевать остров, пока враг слаб. Или попытаться собрать ресурсы на разных территориях, позволяя при этом врагу набрать силу. Я сейчас еще раз про себя прочитаю. Ну, так. Ну, мы разберемся, конечно, с тактикой. Выбор за вами. Не забывайте следить за силой вражеской армии. Она существенно влияет на сложность боев на каждой атакующей вами территории. Давайте захватим. Пройдем этот чертов остров. Вражеский... Так, дробовщик. Враг. Названия такие забавные. Это либо... Либо специально так сделано, либо просто перевод такой. Враг, наносящий большой урон в ближнем бою. Вот это дерьмово. И боец. Так, награды. Гранаты всякие. Так, карта оснащения. Вар. Пипс. Доступно разнообразное оружие, снаряжение и юниты. К ним относятся пехота, техника, авиация... Сражающиеся на поле боя предметы – это мощное снаряжение, так как ракеты удара стимулируются, стимуляторы, слезоточивые газы и мины. Сооружение включает наступательные и оборонительные конструкции, возводимые на поле боя, мешки с песком, турели, коллеги, много всего. Свои плюсы и минусы есть, различные комбинации. Понятно, мы найдем это сочетание. Давайте задействуем их все в следующей операции. Поместите на панель быстрого доступа бравого вояку ракеты и мешки с песком. Давайте. Отлично, пора задать жару. Отправляйтесь на финальную операцию. Бой! Мне нравится игрушка, прикольная такая, залипательная. Я люблю такие вот вообще на самом деле, вот именно, когда надо защищаться. Ну вот, подобный план игр. На телефоне таких просто завались. Так, стоп. Блин, бля, я деньги все потратил. В этой операции вас ждет пара новых игрушек. Принципы использования ракет и бравых вояк отличаются. Вы не призываете ракеты на поле боя, как юнитов, а запускаете их у врагов. Кстати, круто. Короче, на них деньги просто или нет? Хорош! Отлично, ребятки. Мешки с песком обеспечат новое укрытие для ваших бравых вояк. Окей, давай. Все сооружения можно размещать не дальше передовой. Чем дальше продвинетесь, тем дальше больше точек сооружения. А теперь разместите. Ну, понятно. Давайте разместим. А, вот тут вот. И вот тут вот. А, денег нету больше.
А, у меня три ракеты осталось, я вижу количество три. Блять. Это кнопки штурм или оборона. Вот, блять, вот что нам нужно было. Нам нужен кнопки штурм или оборона. В прошлой миссии не было такого. Это очень важно. Так, ускоряет точность. Идеально подходит для быстрых атак на врага. Оборона отправит ваших юнитов искать укрытие. Существенно увеличит дальность их стрельбы. Используйте ее, когда враг наступает. Да, все отлично. Так, обе кнопки заряжать только... Заряжаются только убийствами. Использование одной кнопки разрядит другую. Так что используйте с умом. Да, давайте в защиту. У вас есть неиспользованные боевые очки. Они крайне важны для достижения победы. War Pips. Блин, так нравится мне название. War Pips. War Pips. Не забывайте расходовать их на улучшение. Давайте улучшим солдат. Добавим денег. Добавим солдата. Блять, защита. Давайте укрытие еще построим. А, эта аварийная кнопка становится активной, когда враг приближается к вашему командному пункту. Блять, тоже, кстати, какая-то важная. Нажмите ее, вы теряете на 2 минуты одно довольствие вояк и получаете за это наличку. Используйте эту кнопку критических. Так, я теряю одну точечку вот эту. И наличку получаю. Ну понятно, экстра кнопка. Не используйте кнопку слишком часто, иначе сможете оказаться в положении, когда... Ну понятно, солдат, у меня вообще просто не останется места для призывания. Давайте, хорош, блин, молодцы парни. Давайте пока покопим просто. А, вот это увеличивает. А, блядь, нет, надо вот эту улучшить кнопку наличка. Блядь, я не то нажал. Тут две кнопки, я думал, я ее даже не заметил, вот эту маленькую. Я хочу, чтобы приток денег был больше. Держаться, парни. Отлично. Давайте, шмаляйте, заградительный огонь. Так, вот, можно увеличить вот эту кнопку. И что я сделал сейчас? А, я увеличил, и теперь за очко я буду получать не 50, а 75. Все, я понял. Ой-ой-ой-ой-ой, блядь, зачем я нажал? Ладно. Блять, вот тут я зря, конечно, сделал. Назад, блять. А тут можно где-то? Так, тут я нигде не могу построить. Что нам сделать? Давайте улучшим. Так, раз, два, три, четыре. Давайте сразу наймем их. И в укрытие сейчас сядем. И просто их размажем. Молодцы, парни, огонь. Сейчас еще быстренько прокачаемся. Еще пол. Отлично, еще уровень повысим. Давайте, за мешочки прячьтесь. Молодцы, парни, отлично. Бравые ребята, бравые вояки. Хорош, прям вообще им в голову попал. Пацаны, держаться, молодцы, в наступлении, пока мы не пойдем, у них слабеют эти силы, и мы сейчас можем, кстати, просто супер в атаку пойти. Давайте, парни, не буду нанимать еще пока, следующей волной пойдем, пока опыт зарабатываем, сейчас мы еще подкачаемся. Блин, молодец вообще, красавчик. Все, все солдаты повысили свой уровень. Теперь мы нанимаем раз, два, три, четыре. Глазик зачесался. Молодцы, хорош. Давайте их отпустим в тех. Отлично, красавцы, в атаку, в атаку.
Мы победили. Это даже легче, чем та оказалась. Построим, чтобы они прятались. На всякий случай. Все, огонь, давайте, молодцы. Красавцы, так держать. Не кажется, или там наши отлетели от... А, нет, живы. Сила вражеской армии. Да, мы победили, но она стала сильнее. Так, слезоточивый газ, продолжить. На этом обучение завершено, теперь вы готовы к настоящим битвам. Удачи, командир. Yes, sir. Классная игрушка, мне понравилась. Такая залипательная. Эмоции вызывает. Эх, захватить бы вас всех сейчас. Но пока что мы на этом закончим. Посмотрели игрушку, мне понравилось. Не знаю, как вам, пишите свое мнение в комментариях. Подписывайся на канал, ставь лайк. Мы продолжим в следующей серии обязательно. И обязательно поставь колокольчик, чтобы не пропустить следующий видосик. Все, всем до встречи, всем пока.